Олег Петрович, первые эмоции после игры? Хорошую игру сыграли, но на два тайма так бы я их разделил, потому что, ну, в общем, второй тайм такой был более целостный, наверное, и более качественный. И угроз много создавали, но он был более разумным. Первый тайм, на мой взгляд, нам на чужой половине поля такой было много суеты. А суета — это не скорость. Вот. И поэтому хотели ребят сыграть быстрее, хотели отыграть мяч, но когда из-за этой суеты было много, мало, вернее, вот этой остроты проникающих передач. То, что было и проходило, ну, мы оказывались вне игры. Ну что ж, такие рабочие моменты. Поэтому вот второй тайм более целостный показался в плане созидания, в плане завершающей стадии. Пропущенные голы, ну, конечно, они расстроили, потому что, значит, первый гол у нас — это пенальти. Ну, так бывает в футболе, то есть сложно в подкате среагировать, куда мяч попадет, и, ну, как есть, так есть, да. Второй гол мы немного, это не то, что мы там забили себе, дело не в этом, дело в том, что немножко неправильно начали страховать зону, в итоге не успели, и из-за этого пошел прострел. Вот это гораздо важнее, нежели то, что там случился рикошет, а рикошет по такому, ну, мокрому полю может случиться с каждым. Третий гол расстроил больше всех из всего, потому что это стандарт, это персональная ответственность, и, в общем, надо такие моменты доигрывать, да, потому что, по большому счету, когда вы запираете на половине поля соперника, и игра идет все на половине поля, вдруг какой-то момент, выпад, и вот угловой, то есть, ну, надо доигрывать такие вещи, нельзя выдыхать. В целом, ребята молодцы, потому что все-таки вчера такая тяжелая игра была эмоциональная. Вот. Сегодня все равно поддерживали темп, старались. Ну, у кого-то получалось лучше, у кого-то придавила эта ситуация. Вот. Но ничего, надо, это футбол, и надо работать дальше. Как команда переваривает эти нагрузки? Наверное, очень непросто выходить на поле два дня подряд. Это непросто, конечно, но здесь больше, знаете, относится, наверное, к такой ментальной подготовке. Потому что футболист должен ментально понимать, что у него каждый день это новая вершина, это новый этап. Это мы вкладываем в каждую тренировку, и тем более здесь в игре это обязательно нужно, потому что это игра. Ну, в целом справились, но, естественно, вот нашу молодежь придавила немного эта ситуация. Ну, все остальные ребята, ну, с ней справились очень хорошо, тем более во втором тайме.